Очень редкий оползень обрушился на Ируэ, Сальто, Аргентина. Оползень на реке Милмахуаси. Из-за обильного водопада поток реки Милмахуаси увеличился, что вызвало оползень в Ируэ. Это редкое явление напугало местное население и туристов, прогуливавшихся по окрестностям. По поступившей информации, пострадавших и повреждений нет. В связи с разливом реки рейсы были приостановлены. Туристические маршруты по-прежнему запрещены до тех пор, пока поток воды не уменьшится. Уже доехали.